Сын вырос, а губы как вареники. В сети обсуждают Кэти Топурию. Новые фотографии с семьей выложила солистка А-студио Кэти Топурия. На днях ее младшему сыну Адаму от еврейского бизнесмена исполнилось 2 года. Поклонники сразу же отметили то, что мальчик очень быстро вырос и выглядит уже взрослым. Но осудили певицу за чересчур накачанные губы. Не губы, а вареники – это перебор. Такие комментарии можно прочитать в микроблоге артистки. А как вам кажется, еще пару пластик и мы Кэти больше не узнаем? А ведь какой милой, своенравной и естественной она была в юности –